Дочь моя, иди сюда. Да, Маша, что ты хочешь? Отнеси своей бабульке вот эти пирожки. Окей, а она в лесе живет, да? Да. Адьос, мамуль. Пока, доча. Слушай, девочка, а ты кто? Ну, девочка. Не, в смысле, как тебя зовут? Красная шапочка. По тебе видно. Куда ты идешь? Ну, к бабушке. А зачем? Пирожки отнести. А где живет твоя бабушка? Ну, в лесу, а где? Какая же ты надоедливая. В каком именно месте? Тут недалеко, 5 шагов и дошли. Спасибо. Значит так, ты идешь налево, а я иду направо. А почему? А если я хочу налево? Так ты ж туда и идешь. А, тогда меня все устраивает. Ха-ха, я теперь дошел до ее бабульки. Ой, внученька, открыто. Ха-ха. Я не внученька. Ой, как страшно. Я тебя съем. Ам-нам-нам-нам-нам. Притворюсь-ка я бабкой, чтоб съесть ее внученьку. Ха-ха, теперь я бабушка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ой, кажется, ой, кажется, пришла. Войдите. Ой, ба. Ты, видно, на ЗОЖ села. Ой, да что ты? А почему у тебя такие большие уши? Чтоб получше тебя слышать, шули, догадалась, шули. А почему у тебя такие большие глаза? Чтоб получше тебя видеть, дурочка. А почему у тебя такие большие зубы? Чтоб сожрать тебя. Так, не беги никуда. Окей, ба. Ммм, вкусно было. А ну выплёвывай своих быстро! Снимайте работу, еще не переварились. Оу, подъем. Вроде же не тяжеловоз, а такая работа. Эх, а жаль, что не успели перевариться.